Олимпийский огонь прибыл в столицу зимних игр. Огонь совершит свой путь по самому длинному городу в России. Протяженность Сочи вдоль берега составляет 148 километров. Священную реликвию в течение 3 дней пронесут 3 сотни факелоносцев. В их числе артисты и политики, журналисты и даже генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Подержать в руках настоящий олимпийский факел и сделать фото на память посчастливилось и волонтерам, работающим на объектах горного кластера. А завершится эстафета огня в Олимпийском парке в день открытия игр 7 февраля. Пламя вспыхнет в главной олимпийской чаше в виде огромного белого факела. Огонь будет гореть все время, пока будут идти соревнования.